Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о состоянии сына. Наталья Горчакова, которая растит 7-летнего сына от Стаса Пьехи, пожаловалась журналистам, что шоумен Стас Борецкий, являющийся президентом Союза профессиональных ритуальных агентов, оставил для ее наследника место на Ваганьковском кладбище. Рядом с могилой Владимира Высоцкого, уточнила экс-супруга певца. По словам Горчаковой, Борецкий отметил, что это место стоит 40 миллионов рублей, поэтому она и Пьеха должны гордиться. Наталья поражена, что при этом шоумен называет ее сына замечательным и озорным мальчиком. Женщина не стала оскорблять Борецкого, а лишь объяснила ему, что так шутить нельзя. Бывшая супруга Пьехи также рассказала, что в настоящий момент Петя находится под наблюдением врачей. К сожалению, о полном выздоровлении пока речи нет. Но у нас не все так плохо, обнадеживает Наталья. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.